привет, меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе Первый Лад. Здесь мы помогаем тебе становиться гитаристом, которого хочется слушать. Сегодня мы разберем интересный тип аккомпанемента. Я уверен, что многие из вас играют что-то подобное, но также я убежден, что вы хотите играть это более драйвово, более вкусно, одним словом. Хоть я и не люблю это слово. Тем не менее, так называемый буги, хард-рок аккомпанемент, в подобные штуки играли, в общем, все. И в глэм-роке, и такие группы, как Motorhead, и такие группы, как AC/DC, ну, в общем, все, повторюсь. Здесь, за кажущейся простотой всего этого дела, есть кое-какие нюансы, их многие убирают из виду, и, тем не менее, если вы эти нюансы все соблюдете и создадите все эти тепличные условия, ваш такой буги-хард-рок зазвучит очаровательно и будет убеждать многих тысяч, миллионы, если повезет, ваших слушателей. Если ты продвинутый гитарист, то тоже не гнушайся посмотреть это видео. Возможно, ты для себя найдешь кое-какие варианты, которые помогают мне жить. А если тебе эти варианты не понравились, ну, конечно же, напиши в комментариях про то, что мы ничего не смыслим и так далее. Нам всегда приятно это читать. Если вы хотите постигать подобные фишки в аккомпанементе, в рок-аккомпанементе, то обратите внимание на мой курс «Акустический рок для начинающих». Если у вас только электрическая гитара, то ничего страшного. Все те же абсолютно штуки вы можете играть на электрогитаре. Что касается аккомпанемента, вообще не делайте большой разницы между акустической гитарой и электрической. Все фишки можно применять и там, естественно, с какими-то допущениями, но тем богаче будет ваш жизненный опыт. Переносить одну концепцию, на которую вы играете на электрике, на акустику и наоборот. Ссылка на этот курс, как всегда, в описании. Также не бойтесь ставить лайки этому видео, подписываться на наш канал и жать на колокол, чтобы получать свежие новости о всех видео, которые мы выпускаем. Сказал я уже немало и довольно быстро, так что давайте обратим внимание на гитару и разберемся, что и как мы играем в таком хард-рок буги. Итак, друзья, сначала про звук. Здесь я использую педаль перегруза, которая называется Distortion. В моем случае это MXR78 BDS. Ну, если у вас нет перегруза, ну, на чистом звуке это вполне, в общем, тоже все, наверное, играется. В общем, да. Не огорчайтесь, все норм. Итак, этот у нас рок-н-ролл, он же буги, играется в тональности си ля мажор. И вот у нас базовый аккорд ля 5. Он берется следующим образом. Вы глушите шестую струну, у вас играется открытая пятая и второй лад четвертой струны. Поставьте указательный палец таким образом, чтобы он глушил третью, вторую и первую струны. Соответственно, большой палец у вас, как у обезьяны поставленной, глушит шестую струну. Или наоборот, обезьяны так не могут. И смотрите, следующий ваш аккорд это фактически ля 6. Открытая пятая струна и четвертый лад на четвертой струне. И следующий аккорд это ваш третий палец. Не мизинец, а третий палец перемещаете на пятый лад четвертой же струны. То есть у вас получается три формы с открытой пятой струной. Такая и такая. Обратите внимание, что указательный палец вы вот так вот не убираете. Видите, он едет со всей рукой. Это так называемая позиционная игра. Это важно. Обратите на это внимание, указательный палец у вас не уходит никуда. То есть, если вы теперь дальше положите вашу правую руку у гитарного бриджа, чтобы у вас был не открытый звук, а так называемый palm muting. Главное, смотрите, чтобы у вас не переглушались эти струны, чтобы у вас звучало не так. Где-то вот прям в районе того, где у вас крепятся струны. Такой звук должен быть. Итак, играете все по два раза. То есть такое подготовительное упражнение совершите, просто поиграв эти все три аккорда с палм-мьютингом. Обратите внимание, что перемещение аккордов у вас происходит ровно в тот момент, когда у вас медиатор атакует струны. И это также очень-очень важно, чтобы у вас не было. Видите, то есть, когда палец подъезжает чуть пораньше, звучит все
очень-очень плохо. Дальше смотрите, что мы делаем. Здесь мы открываем ваш аккорд, то есть представим полный, играем полный аккорд, вот этот для 5. Не надо так вот картину убирать руку, как я, это все спесь, гордыня. Надо смиренно. Достаточно буквально пары миллиметров, чтобы у вас аккорд звучал как надо. Да, это так называемый синкопа, то есть это акцент слабой доли. И еще один раз играете по аккорду ля. Там же слабую долю. И потом доигрываете аппликатуру с четвертым ладом, пятым и с четвертым ладом все по два раза. Это пока что у нас получается сейчас, и в общем, но так уже как бы играет большинство. Еще есть один момент, который мы осветим. Главное, обратите внимание, что когда вы занимаетесь, возможно, для кого-то это будет быстро, потому что здесь все играется штрихом вниз. Играйте медленно и не спеша, желательно под метроном. Под метроном я вам покажу в конце, как это все будет звучать. Или играйте под бэкинг трек, просто замедлив его на YouTube, который тоже у нас в описании будет. Потому что здесь у вас должна быть правая кисть расслаблена. То есть, если у вас она зажимается, вот эти вот мышцы, на моих не очень похожи, но смотрите на своих. То есть, когда у вас вот это вот зажимается все, это плохо. То есть, у вас должна работать только кисть и только в расслабленном состоянии. Также здесь не забывайте, что у вас указательные с большим пальцем, они сжаты до того момента, чтобы у вас медиатор не люфтил, чтобы он у вас не болтался. А вот, дальше что мы делаем? То есть, да, это все можно просчитать на раз, и два, и три, и четыре. То есть, сильно и слабо. Раз, и два, и три, и четыре. 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 Раз. И смотрите, везде, где у нас... Везде, где у нас и, у нас... Мы играем просто открытую пятую струну. Это где у вас открытая струна, это будет хорошо видно на табах, обратите на это внимание. Еще раз, как-то медленно звучит. То есть, видите, мы как бы атакуем сильную долю. Раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. То есть, везде, где у нас цифры, раз, два, три, четыре, мы играем целиком аккорд. А везде, где у нас и, мы играем просто открытую пятую струну. Сейчас я сыграю так неправильно, чтобы вам было понятно, где у вас открытая просто струна без аккорда. То есть последний у вас в этом рифе это открытая пятая струна как раз. То есть, видите, таким образом он становится звучать не... А... Если досмотрели до этого момента, напишите в комментариях «Царевна лягушка». И, как всегда, это бестолковое слово вызывает у нас дикое количество радости, и мы рады, что вы смотрите не просто вступление к нашим видео, а действительно к чему-то учитесь. Итак, таким образом мы играем на ля. Играем это два раза. Потому что этот риф занимает ровно два такта. Раз, два, и три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Преимущество играть такие рифы через открытые струны. Они в основном через открытые струны играются. То, что чтобы сыграть ре...
вы просто опускаетесь на струну выше, да, то есть четвертая и третья струна у вас работает. Также обратите внимание, что эти струны тоньше, поэтому вам надо сдвинуть немножко вашу правую руку ближе к бриджу, чтобы у вас они, потому что как вы крушите на ля, на ре это чуть-чуть переглушено, поэтому, то есть ваша правая рука немножко уезжает сюда. Да? Вы играете это один раз, потом возвращаетесь на ля. Также вы обыгрываете аккорд ми. Все то же самое, открытая шестая и пятая струна. А потом вы доходите до вот этой синкопы на ля. И просто играете по аккорду ми 5. 7 раз. Вот он ваш весь квадрат. Это сыграно довольно быстро, и повторюсь, чтобы разобраться именно медленно. Надо замедляться и играть именно так. Опять же, обращайте внимание, что у вас здесь должна правая рука вот увесисто все делать, а указательный большим пальцем держать медиатор довольно плотно. Итак, сейчас давайте я вам поставлю метроном, и мы сыграем это все медленно, как, собственно, чтобы вам было понятно, как это... Вообще, в принципе, должно звучать. В очередной раз напоминаю, что играть под метроном бесценно. Также, когда вы играете под метроном, старайтесь, чтобы у вас нога топала. Если у вас нога не топает, все в топку. Ха-ха. Ну, вот здесь 120 где-то стоит. То есть, это даже, я бы сказал, быстровато, то есть это такое же, когда вы чуть-чуть подучитесь. Вот 105. Раз, два, три, четыре. Под метроном, и так это вы должны отрабатывать много раз. Здесь главное, чтобы ваша правая рука запомнила это движение, не задумываясь, его делала просто исходя из ощущения звука. Также напоминаю, что постоянно слушайте вот этот мой превью, как это должно звучать, чтобы не погрязнуть в каких-то собственных ошибках, как часто бывает, когда гитарные студенты просто выучат что-то по табу, мы начинают возиться сами с собой. Обязательно слушайте, как это должно звучать. Ну что ж, все действительно не так сложно и не так страшно, как много раз репетировать. И если вам это показалось очень простым, думаю, вы чего-то не поняли. Посмотрите это видео еще раз. Рад был вам быть полезным, друзья. Уверен, что это так. Оглашайте весь ваш многоквартирный дом. Теперь звуками тяжелого буги делайте комбик погромче. И главное, не говорите, что это подсказал вам я. До новых встреч. Увидимся в новых выпусках. Всем пока.